Ищете кому-то подарок? Нет, что-нибудь для себя. У нас только стандартные размеры, а ваш, может быть, найдете в интернет-магазине. Ясно. Я вот что поняла. Сколько бы нам ни твердили, что главное — внутренний мир, женщины прекрасно знают, для мужчин нет ничего важнее внешности. Ты как? Тебе не кажется, что я страшная и толстая? Так бы взяла и съездила по твоей физиономии. Даже мой скелет, небось, толще, чем ты. Да пробовала я эти онлайн-знакомства. Дальше фотки никто не смотрит. Как же это бесит! Мне всегда хотелось узнать, каково это — чувствовать себя неотразимой. Все нормально? Нормально. Вы сильно ударились головой. Стоп! Это я? Это я? Бог ты мой! Вы видите это? Да. Я красотка! Понимаю, вы меня не узнаете. Но это я! Рене! Что происходит? О, свихнулась. Мне две текилы? Заказ 118. У вас какой номер? О, мастер пикапа. Вы о чем? Какой номер? Доставай мобильный, продиктуй номер. Вы со мной разговариваете? Я дважды не предлагаю. Почему вы считаете, что достойна этой должности? Понимаю, с моей внешностью я могла бы работать моделью. Но я хочу большего. Ох ты. В моей жизни все круто изменилось. К сожалению, многие люди не знают себе цену, но ты явно не из их числа. О, там конкурс бикини! Диджей, музыку! Красотка на всю голову. Я подумала, возможно, ты захочешь немножечко эротики. Не уверен, что ты понимаешь значение слова эротика. Ты же абсолютно голая.